Да ну нафиг! Вау, выглядишь круто. Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы с тобой будем продолжать собирать тебя. Здорово, подруга. Я надеюсь, меня ничего не лагает. Значит, мы продолжаем с тобой играть во новый FNAFец. Довольно хороший, на самом деле, FNAFец. Мне нравится. Я очень надеюсь, что у тебя ничего не лагает, родной. Я не могу этим, к сожалению, управлять. Все же играю на ноутбуке, но вроде должно быть нормально. Я на всякий случай сейчас закрою хлебало и закрою себе Яндекс. Так, значит, смотри. Мы с тобой находимся в строительном. Строительной типа мастерской. Мы с тобой будем чинить аниматроника. Я не знаю, что произойдет, когда мы его починим. И да, читать ничего особо не будем, потому что в прошлой серии это у нас с тобой все было. Короче говоря, чини аниматроника, тебе приходят руки-ноги, радуйся ногам, если у тебя поломанные части, верни поломанную и получи старую. Значит, я не знаю, насколько это тяжело. Гля, как круто. Слушай, прикольно, это прям реально уникальная вещь. То есть такого я нигде ни в одном FNAFце не видел. Не слышал, не видел, не чувствовал того, что мы с тобой можем аниматроников прям сами собирать. Нет, вообще видео, вру. Так, соедини CPU. Вот она. Так, ну-ка давай. Так, что тут у нас? А, окей. Так, я не знаю, как это, если честно, конкретно работает, я не помню. Но я должен аниматроника, в общем, чинить. Куда мне херакнуть нужно процессор? Куда ты хочешь, чтобы я его херакнул? Что-то с ним сделать надо. Я просто не очень помню. Я что-то как-то с ним... Интерфейс. Соединить процессор. Процессор. Подключи процессор к основному монитору. А, вот сюда. Во. Так, вот она, загрузочка пошла. Так, ребят, чё, как вы тут? Ага. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Фёдор уже рядом был. Фёдор уже почти подошел. Так, у тебя тут чё? У неё все хорошо, Монгол чувствует себя прекрасно. Так, ну ясно, наша бэйби, короче говоря, полностью поломана, поэтому давай сразу голову попробуем починить. 7-3. 7-3. Показать следующее, что происходит. 1-6-1-5. Окей, 1-6-1-5. Я ничего пока не понимаю. Так, ладно, давай прекратим. Мне, наверное, это не нужно. Или нужно? А, нужно! Подожди, у меня же я голову там не поставил, но голова же стоит. 4-1-1-6-5-6. 4-1-1-6-5-6. Я умный. Я умный, я вам интеллектуал. А выпусти меня отсюда, эй! Так, ясно. Монгол чувствует себя бедово. Все хорошо, иди, спи обратно. А я тебя ударю. Ой, самая приятная часть моей работы. Обожаю бить аниматроников. О, да, да. Я такой добрый, пипец вообще. Так, голова чувствует себя нормально, видимо. А, теперь мне нужно починить, короче говоря, ей... Стоп, а это поломанная голова или нормальная голова? Вот это хорошая голова? Мне нужно ей починить? А что мне нужно? А, тебе рука нужна. Да, у нее ж руки нет. Давай руку заказываем. Эй! О. Ладно, это было быстро. Я тебя слышу открыть, сядешь, маленький. Ну-ка, мамаша, давай ты не будешь. На. Мы можем умереть, кстати, от этого, да. Замечательные новости, мы можем от этого умереть. Что ты тут? Так, ясно. Вот он. У него в голове музыка играет. Ну, как тебе такая музыка? Шигоу. Так, значит, смотри, левая рука. Левая рука это слева, левая рука это сюда. А если я тебе неправильно сделаю, что-то будет плохое? Так, ну вот я соединил с ней левую руку. И чё? Левая рука соедин... Ёпен, Бобин, ты чего? Что? Я что, по-вашему, интеллектуал? Так, это вот этого, это пиздыху опять проблема. Жмых опять чувствует себя плохо. Так, в общем, нам нужно с тобой за этим жмышенко следить. Нам нужно с тобой за мамашей следить, которая к нам приходит. И нам нужно починить вот эту гадину. Ладно, нормально. Так, давай сюда. Да я умный, я смогу. Я реально смогу, для меня вообще проблем никаких нет.
Я же интеллектуал. Реально, ты видел человека умнее меня? Ты не видел человека умнее меня. А как это работает вообще? Мать твою! Не надо. Ой, обожаю свою работу, обожаю свою работу. Нет ничего приятнее, чем бить аниматроников. Слэш, ну-ка давай назад. А где он? Вон он. А че ты там вообще сидишь? Среди джунглей проводных. Так, ты как тут? Манго чувствует себя прекрасно, блин, мне нравится, прикольно. Слушай, это реально интересная вещь, такого я прям не ожидал. Как эта херня работает? Как я должен вообще сюда привезти? Так, мне кажется, я что-то неправильно сделал, да? Говорит, я умный! Эй, ты. Опа! Видал, я успел к ней выйти. Я умный, говорит, я все могу, говорит. Да, конечно, ну-ка давай еще раз попробуй. Смотри, мне нужно, короче, сюда... А, я могу отсюда идти. А, реально, я могу отсюда идти, слушай, так удобно. Ёпс тудей. Ёп. Шо? Так, ладно, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Слушай, гораздо удобнее начинать с самого начала. Начинать не с конца. Точнее, начинать с конца. Лучше начинай с конца. Так, смотри. Вот так идем. Да на вот это вот шныга. Короче, каждый раз, когда вот так. Прости, не хотел тебя бить! Ну ладно, так тебе и надо. Знаешь, как говорят, бей своих, чтоб чужие боялись, но я тебя просто на всякий случай. Ты же не обижаешься, ты же не в обиде, дружок. Но он не обижается, но я знал. Настоящие друзья не обидятся на то, что я их ударил. В смысле, никого там нет. Так, продолжаем наши с тобой суперинтеллектуальные похождения. Реально, я умный. Если ты мне не веришь, то ну поверь, ну ё-моё. Не, просто я не очень понимаю, как это работает. О. Ну, я же говорю, интеллект анал. Так, смотреть три. Теперь мне правую руку надо. А у тебя же... Стоп. А почему здесь написано... А, я понял. У меня есть рука новая. А как понять, что она поломана? У тебя, слышишь, она поломана, нет? Блин, ты какая красавчик. А у тебя она поломана, нет? Ты ж мне скажешь, если она поломана, как-то тут... А как вы тут? О, вот он уже рядом. Может быть, нам его пустить? Чисто прикола ради. Посмотреть, что с ним будет. Что тут? Ля, крыса, обманщик, лжец, мышь! При... Чего, блядь? Это ты? А что это сейчас было? Я там слышал какие-то звуки. Так, да ну я тебя сейчас стукну. Что ты там опять устраиваешь, литл биг трусу? Так, давай. Я не понял. Я просто слышал какой-то шум. Я слышал прям какую-то ебаку. Вот это у меня, конечно, прическа, скажи вот это. Люблю тебя, ударенного. Так, смотри, пойдем. Начнем отсюда опять же. Отсюда самый кайфич. Отсюда самая лучшая техника начинать. Потому что тут ты явно видишь, куда ты можешь и куда ты не можешь. А я никуда не могу. А я вот сюда могу, сюда могу. Сюда могу, сюда могу. Сюда могу. А сюда могу. Все. А теперь поехали отсюда. Я так понимаю, мне надо, видишь как? То есть одновременно с двух сторон идти. Я ж тебя, ты... А что этот звук тогда значит? Почему-то иногда звук есть, и это как бы крипово, иногда звука нет, и как бы все хорошо. Ты слышал это? Ты, бляха, слышал это? Так. Мне не понравился, если честно, этот звук совсем. Так, смотри. Мы можем вот так вот, наверное, так, сюда можем. Сюда можем. Сюда можем, сюда можем, сюда можем, сюда можем. Сюда можем. Ладно, возможно, мой план не самый лучший, парни. Возможно, в моем плане есть все же огрехи. Нет, никаких огрехов нет, я умный!
Я самый умный человек на планете. Нет никого умнее меня. Если ты думаешь, что ты умнее меня, то просто ты пока не знаешь меня. Так, я не понял. А мамаша где? Что-то мамаша не появляется. Что-то она не приходит ко мне, не пугает меня. Я спокойненько собираю ребенка и собираю это. Так, ладно, давай, заказываем следующую. Значит, ей нужны ноги. Левую ногу, поехали. Левая нога и правая нога остались. Так я тебя сейчас соберу, подруга. Ладно, я думал, что это роднее будет. Так, а что я заказал? Какая это нога? Это левая нога. Левая нога это слева. Сели, под юбку заглянули. Ля-ля, вот это у тебя, конечно, там черная дыра. Ближе, ближе, ближе. Понюхай бебру. Она как краб просто убегает. Ты видел это, да? Че ты тут, хорошо. Так, ладно, давай ноги собирать. Собирай. Чего, блядь? А, понял, черная. Ориентируйся на черного. Я понял, ориентируйся на черного. Значит, смотри, черный. Тут идет вот этот вот голубой, синий, я не знаю. Слева от него белый. Потом идет синий. Я понял, да? Ты понял? Ты понял, да? Это, короче говоря, ты рядочками делаешь. Ориентируешься на черного. Так и стоит, типа. Я красавчик. Ориентируешься на черного, вокруг черного ставишь всех цветных. Вот, как бы вот так вот это работает. То есть у нас есть с тобой, вот он черный, а черного белый, синий, белый. А черного белый, синий, белый. Справа от черного идет белый, синий, белый, белый. Вот, и как бы вот так вот у нас. И тут у нас синий. Ну или как. Нет, там есть еще один цвет. Там есть цвет, похожий на зеленый. Или синий, или зеленый. Я понятия не имею, как он. Давай сделаем опять загадку с цветами, да? Ой, как я обожаю загадки с цветами. Ёб твою мать, просто обожаю. Я наугад просто это, получается, буду делать, потому что я не знаю, или мне человека надо звать. Тут еще и белые разные. Я надеюсь, этого больше никогда не повторится. Это самая отвратительная вообще просто вещь на планете. Как же можно Как же можно вот так вот цвета добавлять? Зачем? Ради чего ты вообще эти цвета видишь? Интересно, среди вас, ребят, есть хоть кто-то, кто не видит эти цвета? Вот мне прям правда интересно. Есть ли кто-нибудь такой же калечный в цветах, как и я? У тебя нога выглядит кончена. Ты вообще дебилка, понимаешь меня? Ненавижу тебя. И твои авторы тоже. Тьфу на них. Давай сделаем цвета. Ладно, все, перестаю душнить. Ну, а я не виноват. Я не вижу мир обычным миром. Понимаешь? Я вижу его иначе. Я не такой, как все. Я такая особенная личность. Сдохни, тварь. Зато я точно добрый. Пора спать. Так, ладно, давай. Чтоб ты просто ощутил весь кайфулинг, как у меня это происходит. Я просто смотрю, вот тут два. Да, у меня два неправильных. И просто вот так вот меняю и смотрю. Ага, число повысилось. Ну ладно, значит, короче говоря, возвращаем обратно. Ясно, значит, следующий. Бам, один. Вот, попал. Осталась единичка неправильного. Ну и как бы вот... Блин, я много раз уже ошибся. Скоро этот медведь может вылезти уже ко мне. Потому что я что-то как-то постоянно ошибаюсь. Он сельгат никак не двигается и не двигается. Теперь мне стрёмно. О! Мозг. Все сделано. Все аниматроники были выключены для более простого транспорта. Пожалуйста, выйдите из комнаты через правый проход. Ух ты! Уйдите через правый проход, только подожди. Они меня будут вести. Блин, прикольно, какие милые ребята. А че еще будет? Эй, аниматрониксы! Все аниматроники здесь собрались. Они, я так понял, вас сейчас увезут отсюда? Интересно. Здесь свет. Аниматроники все выключены. Жму не жму, оно не работает. Так ладно, пойдем. Через правый проход. Йоу. Стоп, а скупинг? Скупинг это же эндоскелет так появляется, да? Энда этот. Эй. Эй.
короче, подхожу, то оно уходит. Получил ачивку нечинибельный. Кто? Я? Как мы вообще сюда попали еще раз? Нажми, чтобы пойти вниз. Поехали. Веселись здесь. Звук не очень. Хорош. Я тебе говорю, игрушка немножко душненькая местами, но если ее доработать, она прям бомбезная. Она прям хорошая. А! Здорово, ребят. А чё вы тут? А чё мы смеёмся-то? Чё смешно? Ладно. Ах, эти суки! Они порвали мне провода! Мне кажется, напомню, что это аттракцион. Мне кажется, этот аттракцион не очень безопасен для меня. Но мне нравится. Я люблю опасность в моей жизни. Мне недостаточно опасности в моей жизни. В жизни. Мне нужно добавлять опасность в моей жизни при помощи аниматроников, которые хотят откусить мне голову. Вот это реально кайф. Вот это мое. Делает мне. Куда я упал? Что это за мусорка? А, это склад, складские помещения. Это Икея? Что я здесь делаю? Кстати, блин, надо посмотреть, что там в Икее. SCP Икея. А может быть это задумано? Может, в принципе, в этом аттракционе всегда так происходит? Они каждый день строят новый дом и каждый день его ломают. Возможно, это папье-маше. Я видел такое у всяких этих людей, у которых руки на месте. Ты видел, что там появилось? Круто. Здорово, прекрасно. Ладно. Здорово. Блин, вы что с тобой? В пиццерии-симуляторе? Ее вход довольно странный. Менее необычный и больше готова разговаривать. Я заметила на ней какие-то красные надписи. Ой, красные... помарки на одежде. Она сказала, что это просто красные чернила. Видимо, она была в каких-то глубоких взаимоотношениях с кем-то, кого зовут Уилл. Пока она разговаривала, она постоянно дрыгалась и останавливалась. Я не видела раньше такого у нее. Она была очень счастлива говорить о ее жизни в этот раз. Она сказала, что она изучала электронику и механику с Уиллом. Если ты не понял, это про Ванессу. В нее вселился этот гличтрап, и теперь она эбанутая. Она говорила о ее планах, чтобы в Fazbear Entertainment пойти, чтобы работать там в 2027 году, он был закрыт. Я была не права о ее прошлом, о детстве. Похоже, у нее была довольно хорошая жизнь и очень стабильная семья. Иногда, когда она думает, она смотрит в мои глаза очень долго и делает мне неудобно на некоторое время. Я об этом ей скажу. Когда она ушла из комнаты, я заметил, что она сказала... Say something to everyone. А, она говорила одно и то же всем людям. А, я заметила, что она сказала что-то каждому человеку, которого она видела. Люди говорят, что она делала что-то странное. Так, положить я это могу? Отцепись! Сука! Это было, видимо, с клеем. Я не могу это убрать. Ладно, потом оно от меня уйдет, я думаю. Когда я умру, оно у меня уйдет. Я думаю, пропадет, когда все. То есть мы с тобой Ванессу сейчас увидим? Мне не нравится, насколько здесь все тихое. Сюда можно только роботом. Отцепись от меня. Как это убрать? Пробел не работает, контрол не работает. Никакая кнопка не работает, ну ладно. Придется тебе потерпеть прилепленную эту надпись на мне. Возможно, я должен был пока иду читать. Может быть, в этом была идея. Но я не умею читать. Особенно пока я иду, так что нет. Мне не нравится это. Вообще все довольно прикольно продумано. То есть здесь есть аниматроники, которые все чинят, аниматроники, которые все доделывают. Сюжет даже есть какое-то, сохранение. Добрый вечер. Это сломанные аниматроники.
А это тот, кого ты знаешь. Да ну нафиг! Ну здорово. Я родился. Ну привет. Вау, выглядишь круто. А можно не надо? А можно не надо? Так, мне кажется, это не очень хорошее у него какое-то мысли есть обо мне. Ну, по крайней мере, у меня отлепилась от моей руки эта надпись. Вот это настоящий хоррор. Жми правую кнопку, чтобы заряжать фонарик. Окей. Подсвети. Здесь есть свои маленькие загад очки. Пробел возле надписи, возле палета, чтобы его вниз опустить. А, подожди, палет это вот это, да? Нет, подожди, что такое палет? Я знаю, что будет. Dead by Daylight. Кстати, я удивлен, что в Dead by Daylight. Кайф. А он будет ходить туда-сюда. Если ты слышишь его шаги, беги до того, как он тебя увидит. Он услышит тебя, если ты ходишь, бежишь или перезаряжаешь свой фонарик. Если он видит тебя, беги и пробуй использовать деревяшки, чтобы сбежать. Если ты соединишь неправильные вещи, и он будет рядом, он услышит и придет. Круто! Блин, мне понравилось. Ладно, родной, давай пока на этом мы закончим. Увидим с тобой в следующей серии. Я стараюсь по одной ночи как бы проходить. Не знаю, насколько игра долгая, но я бы тебе сказал, если эту игру допилить, она реально как настоящий новый FNAF. Она прям хороша. Я бы даже сказал, многим она может понравиться больше Security Breach. Хотя мне нет, мне Security Breach нравится, но да. Ладно, я надеюсь, тебе понравилось. Пока на этом все. Всем пока. До скорого. Удачи.